Всем привет, с вами Макмёд, продолжаем играть в эту интересную игру и продолжаем наши пещерные приключения, черт подери. Господи, ой-ой-ой, валим отсюда. Перестрелка сразу ковбойская тут началась. Где ж ресурсы-то? Да черт подери, реально нихера ничего нету. Сколько тут лазим, блин, и ничего не можем найти. Почему так несправедливо-то? Алмазик какой-то, что ли, встретился мне. Сраный алмаз. Да, блин. Не знаю, может, я сильно глубоко залез. Господи, сколько этих пещер. И ничего нету, смотрите, ни хера нет. Ни одного сраного ресурса. Одни тупики. По-моему, я здесь был, нет? Пошел вон от меня. Хотя двигайся только вправо, да? Ну да, по направлению вправо. Я, получается, на самой-самой глубине. И ничего какого-то хера нету, блин. Я ж так глубоко, черт подери, где все ресурсы-то? Все, так сказать. Золото, алмазы, где все, блин, черт подери? До меня, что ли, побывал уже. Да, без доспехов тут опасно, конечно, лазить, потому что меня просто убить могут с одного удара эти существа. Так, спрыгивать я туда не буду без робота, потому что большая высота, и я просто умру. Умру. Смотрите, сколько их. Чем от меня всем надо, а? Ладно, было бы вам что охранять, нихера тут ничего нету у вас. Бомжи несчастные. Опять змеюга. Пошла нахер змеюга. Блять, или повыше чуть залезть, но что-то вообще ничего тут нету. Под землей-то. Вообще ничего. Даже залупа. Да, вверху тоже залупа, нихера нету. Логично должно быть так, то что чем глубже ты спускаешься, тем больше ресурсов. А тут они, походу, блин, тоже в хаотичном порядке как-то разбросаны, вообще непонятно как. Так то, что я просто вообще ничего найти не могу. Ну реально, нихера нету. Видите, сколько лазю здесь. И толка вообще нету. Эти твари меня убить пытаются, и все. Батареи у робота маловато осталось. Ох. Ох, чуть не сдох. Вот это плохая ситуация сейчас у нас. У нас очень мало процентов батареи. И очень много тех, кто нас хочет завалить. Так, давайте вот здесь. Немножко передохнем. Ну, точнее, робот наш передохнет. О, запрыгнул. Я думал, он не сможет запрыгнуть сюда. Блин. И видите, по одной схеме как бы эти лабиринты сделаны. Подземные. Такое чувство даже создается, что я хожу просто по одному и тому же месту. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это баг был, видели? У меня убили робота, а я продолжал лететь, взлетать вверх. Ох.
нас перестрелочка. Так, я решил со змеями разобраться, и будет все вообще шикарно. Лежать, тварь. Она всего третьего уровня. Так, все. Взмываем вверх. Опять нас пытаются расстрелять. Ничтожество. Все, отвали. Блин, господи. Ни хера ничего нету. Ну, бля, это хуйня. Извините за мат, но мне что-то перестает нравиться лазить здесь по этим пещерам. А, погнали, чуть выше залезем, может там что-то реально будет. Потому что на глубине вообще, видите, ни хера нет ничего. Вообще ничего нет. Сейчас повыше взлетим. Ох. 11 левела была тварь. Вон, кстати, были, видели? Были ресурсы, но очень мало. Я вообще хер пойми, куда залез. Так, пусть у нас робот, короче, поднакопит энергию. Мы посмотрим, что мы собрали. Собрали мы очень мало. Да, очень-очень мало. Есть, кстати, синие камни. Из них, по-моему, можно было что-то там скрафтить, да? Батарею еще одну синюю на робота. Ну, тогда придется убрать пропеллер, по-моему. Херово. А почему нельзя роботу, например, увеличить объем вещей, которые он может таскать с собой? Что вот это такое? Flame Cannon, вау. Нифига себе. Огнемет. Так, арбалет какой-то. Нам бы автомат какой-то. High Grade Sword. Не, ну меч это хуйня. Не хочу меч. Так, сколько мы сделали этой херни? Одну, да? Нам надо два, по-моему. Блин, вот эту бы скрафтить, конечно, штуку. Было бы хорошо. Вот это что? Это, по-моему, просто часы какие-то сраные или что? Компас. Returns you to on to a spawn point. Кстати, тоже, наверное, полезная штука. Что надо на него? Вот это у нас есть, да? Да, есть шестеренка. Блин, у нас нету серебра. Черт подери. Компас это, блин, это карта, походу. Она бы нам не помешала, конечно. Может, рогатку сделать для начала. Порох. Ох. Да, порох мы с вами не скрафтим, я думаю. Так, я даже не знаю, что сделать. Какая-то ферма непонятная. Мины, да? Или что это? Купер майн. Нет, это нам не надо. Короче, друзья. Давайте-ка батарею для робота сделаем. Где она там была? Вот зеленая есть, вот есть синяя. Да. Больше батареи для твоего робота. Ну, блин, это если его использовать только как средство передвижения, да? Ну, в принципе, наверное, так и сделаем. В основном я дерусь, как бы. Давайте скрафтим и оденем на робота.
не знаю, например, за место деревянной этой брони непонятной, которая, в принципе, ему мало чего прибавляет. Окей. И так, так, так. Батарейки сюда вот так поместим. Все, пусть он копит энергию, теперь у него на 50% ее больше. А мы себе скрафтим доспехи. Давайте-ка нашего, реально нашего крутого чувака собирать будем. А робот будет наш как ездовая лошадка. Окей. И так. Items. Вот нам надо доспехи. Нам надо доспехи на него. Кстати, вот эта штука я хотел тоже скрафтить. А, блин. У нас железо, да, нету? Это что, железо? А, это серебро, блин. У нас серебра нету вообще нихера. Middle Great Armor. Окей, это что? Scrap Helmet, Very Height. Да, это мы хер соберем вообще. Окей, вот эту штуку мы можем сделать. Так, 6 левел у нас. Ништяк. Блин, столько вещей у нас, что я даже немножко не понимаю, где что у нас находится. Блин, у нас нихера реально нету вообще ничего. Это плохо. Надо собирать какие-то вещи. Давайте для начала... Не знаю, ну какую ему броню сделать, блин? С чего? Вот эта штука очень как бы... Что у нас вообще есть? У нас, блин, есть платина. Блин, айрона вообще нету нихера. Есть камни, обычные сраные камни, которые нам тоже особо не нужны нихера. И медь у нас, да, медь есть. Ну, блин, медная хотя бы сделать. Голд. Давайте медную хоть сделаем этому дебилу. Каску медную какую-то, бля, я не знаю. Доспех медный. И то все, вот у нас, собственно, уже и нету этой меди. Да. Нам еще надо 6 болтов, да, медных? А, вот они. А, Купер болт. Да, да, да. А, все, мы ж можем создать. Вау. Ну, ништяк. Теперь мы прям рыцарь боевой. И что это нам повысило? Армор повысило, окей. На 5. Ну да, это уже получше. Такс. Давайте, где там наш робот? Поедем с ним. Прошвырнемся. Хер знает, куда-нибудь сгоняем. Деревья, что ли, какие-то пособирать. Сгоняем вообще на другой конец карты, глянем что-то. Может, что-нибудь интересное встретим. Вот вход в пещеру, в принципе. Может, как-то что-то тут есть, вот именно. Не на самых нижних, да? Уровнях пещеры, а вот на не очень нижних. Нихера, да, по-моему, нету ничего опять. О, как же задолбало гонять по этим сраным пещерам, ребята. Где ты хер встретишь что-то полезное? О, ништяк. Какой-то сраный камешек мы с вами встретили. Ой-ой-ой, а, это ветка. Думал, может, неужели нам повезло и что-то полезное нашли. Не, ну ветка тоже нужна, нам надо. Надо будет как-то это... Насобирать, кстати, веточек побольше. Подождите, мне показалось или... А, да, вот. Тут есть. Видите, на... Блин, да тут есть вот... Как бы полезные штуки-то. Полезные штуки, говорю, запизделся называется. Короче, есть, видите, руда. Ну, блин, что-то только медь это. Куда ты побежал, дядя? Поехали. Мой боевой робот. Вот еще что-то. Ой, вон есть даже...
Видите, что-то, блин, на нижних... В нижних пещерах вообще ни хера нету, а тут хоть что-то есть, блин. Неужели нам фартить начало? Может, и на нижних уровнях пещеры встречу какие-нибудь штуки. Блин, ты вы поглядите. Реально. Можно было, блин, и не спускаться, как будто в самые низа. Это голд был? Золото, да, было? Или мне показалось? А, это купер. Ой-ой-ой. Гляньте-ка. А вон, кстати, серебро. По-моему, серебро, да? Или что это было? Или железо? О, это что такое? Смотрите. А, нифига себе. Блин, что за херня? Сломать ее как-то надо. Да, пошел фарт, ребята. Наконец-то. О, вон медь еще, смотрите. Вау-вау-вау, да вы что? Неужели, блин, я себе смогу настроить медных доспехов до херичу? Блин, ну было бы серебро, золото там, я не знаю, еще что-то. Было бы, конечно, намного лучше. Ну, в принципе, и так пойдет для начала, да? Давайте попробуем поглубже спуститься. Раз фартить начало, может быть, реально найдем что-то более крепкое, более интересное. Вот тут уже даже музыка сменяется. Так, надо Steam мне выключить, потому что что-то это постоянно кто-то в сети появляется, и это в запись попадает. О, смотрите. Что это? Это айрон. Нормально, железо тоже не помешает. Железо нам тоже не помешает вообще нисколечко. Я думаю, если вот эта штука есть, да, значит, она что-то там оберегает. Хотя, может, просто в хаотичном порядке разбросано. Как все, в принципе, в этой игре. Так, ну чё, глянем, что тут есть. Все, запинали его. Еще металл. Да, мы сейчас, слушайте, насобираем, наверное, ресурсов здесь. Почему же вот в прошлый раз, когда я лазил, я вообще ничего не встречал? Вот интересно просто. Почему вот сейчас как бы хоть что-то появляется, да? Хоть и не
самые там навороченные ресурсы в этой игре, но все равно хоть что-то находим. А до этого вообще ни хера не было ничего. Очень-очень странно. О, вы поглядите, красный камешек. Супер. Супер. Ой-ой-ой, к нам идут гости.